Всем привет и добро пожаловать на битву строителей, суть которой заключается в том, что я говорю подписчикам, что они должны построить, и за 2 часа они строят то, что я им сказал. Сегодня они будут строить гропак из игры Poppy Playtime, но пока мы не начали, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Если мы наберем под этим видео 500 лайков, то на следующей битве строителей они будут строить хаги-ваги. Ну а также напишите в комментариях, чей гропак получился лучше, ну а мы начинаем. И вот так странно началась эта битва строителей. Уха с ухом очень вкусная. Ладно, все, давайте начинать битву строителей с эпичного салюта. Мы вернемся через 10 минут, а для вас пройдет только мгновение. Так, прошли первые 10 минут, и я начинаю смотреть, что у вас там за руки получаются. Идите, я уже иду. Черная команда, что у тебя тут за прогресс? Куча конфет и основа гропака, типа его задняя часть, где там все круглое и, в принципе, типа генератора, не знаю. Ну, сзади такая штука есть у гропака, я не знаю, как она называется, так что нужно, чтобы вы написали об этом в комментариях. Я не знаю, как называется. Ладно, я захожу в красную команду, да? Пират. Там еще рюкзак с электричеством есть. Ой, пират вообще не оптимист сегодня, ему вообще не нравится эта тема. И он вообще готов всех уничтожить. Да. Но рука у тебя получается прикольная. Это больше, знаешь, это не рука, а дубинка. Вот, держалка, вот. Держалка, ладно, я пойду дальше. Так, кисти, короче. Что будут? Кисти. Ну, я уже понял, я же знаю, как эти руки выглядят. Так, зеленая команда. Что у тебя тут за... О, руки! Вот у кого самые крутые руки. Он MI4IK. Он делает такую фигнюшку. Шарниры прикрепляет к гарпунам золотым. И знаешь, что так делал? Так делал Кримсон на своей боевой машине, когда он делал самонаводящиеся эти бомбы. Он их делал раньше всех. Нет! Она может стрелять бомбой! И прям прицепилась в машину Арти. Взорви динамит, давай! Ухо, память восстановил стерео, нет этого Кримсона со своей машины. Мне вот интересно, почему есть синяя и красная рука? Вот в Poppy Playtime 2 же добавили зеленую, которая там электричеством что-то делает. Почему ее никто не строит? Ну, в принципе, неплохо. Реально, почему никто не делает зеленую руку? Там есть зеленая рука. Да. Вы издеваетесь. Так, тут у нас это будет гропак. Только пока что ты делаешь только заднюю часть. А зеленая рука будет? Ну, она довольно круглая. Да. Подумай. Мне интересно, какие будут механизмы делать, что там электричество проводить. Или вообще никто все про это забудет. Я думаю, пришло время, чтобы я сказал вам это. Это очень важно. Говори. Ну, пофиг, говори. Короче, пришло время, чтобы я смотрел, что у вас получилось. Я знаю, это эпично было. Слишком эпично для понимания. Ну, не пришлось это сказать. Сейчас я выломаю тут соседнюю дверь, которую сам же сделал. Чтобы пройти и посмотреть, что у вас там получается. Черная команда. Перед использованием съесть. Круто разбросанные конфетки. Ну хотя да, тут же ходи-ваги, наверное, бегал. Так, что тут у нас за 10 минут изменилось? И мало чего. Добавится еще одна сфера. То есть окружность. Короче, строится гропа круглый. За 10 минут мало чего изменилось. Вон. Я тогда иду в красную команду к пирату, которому так не нравится строить гропаки. Привет, капитан Джек Шперов. Переведи Шперов. Получится воробей. Как ты воробей, а чё не летаешь? Крутое у тебя ладонь у гропака. Кто ее делал? А чё, нормально? Просто я ещё нет, поравнял. Ладно, ладно, посмотрим. Это ладонь хаги-ваги, наверное, больше, чем ладонь этого. Да фиг знает, у меня это с конфеткой увеличение надо будет использовать. Ладно. Так, что тут у нас получается за гропак у MI4IK? Да блин, ты вообще супер-мега-спидранер по постройкам. У него самый большой прогресс гропака. У него уже подготовлены заготовки, вот эти задние части, вот эти все наклоны, руки, механизмы. Ему еще, блин, пару десяток минут, и он уже будет готов, можно сказать. Что-то быстро, это круто. Что у нас у босса до сих пор делается первая заготовка? Да? Ну так она выглядит. Ну неплохо, неплохо. Мне кажется, MI4IK быстрее всех успеет. Ну ладно, ждем следующих 10 минут, а я снова пойду жить в своей коробке в одиночестве. Ждать хаги-ваги. На ютубе отключили монетизацию, его живет в коробке. В
Время вылазить из моей коробки, чтобы посмотреть, что у них там получилось. Ура, наконец-то добудет свет, сказал Ух. Нет, я с другой стороны коробки вылез. Я уже бегу к вам, не бойтесь. А, к нам еще кот зашел. И теперь к нему еще портал надо поставить. Так, черная команда, что у вас за успехи? Типа цилиндрики и вот эти всякие наклонности. Ну, у тебя очень-очень этот, как сказать, долго ты очень строишь. За полчаса сделал только вот эту основу. Ну, хотя, в принципе, неплохо. Пират вообще, оказывается, смотрел на какие-то другие руки. И поэтому он только сейчас понял, какие руки надо строить. А чё, руки же? Руки одинаковые, уходи-ваги, кропака. Руки называются хвататель. Хвататель? Это же, да, это хвататель, а загребатель. Не, не подходит. Руки загребуки лучше. Так, MI4IK, гениальник. Уже какой раз говорю. Что у тебя тут продвигается? И он вообще уже надел детализацию сейчас, потому что он понимает, что у него еще много времени, и он решил свой гарпак сделать еще детализирование. Крутой. И у нас предпоследняя команда, это желтая с боссом. Ого! Во! Настоящий человек, который строит гарпак. Он сделал ремень. Крутой ремень. Ладно, думаю, мне остается только закинуть портал к паштету, потому что он сидит там без портала. Ему грустно и одиноко. Мне кажется, не стоит его проверять, что он там построил, потому что он только поставил один единый блок. Предполагаю, что моя камера тебе не помешает, то есть портал. А паштет только начинает строить. Картошечка вкусная. Ладно, я снова закрываю себя в коробке на 10 минут. И прикиньте, у меня вылетел робокс, а я ничего не сохранял. Перезахожу, а мне опять ничего нет. А паштет, как твоя випка называется? Тут только друзья, кроме уха, или тут только дебилы, кроме уха? Мне не показывает. Это станет секретом. Так, пришло время для этого. Пора выбираться из моей коробки, наконец-то. Я столько лет находился в этой коробке. Но... А чё не открывается? Коллизию не могу выкрыть. Ура, я выбрался. Я уж подумал, меня навсегда закрыли. Пират, у тебя там кино крутое на заднем фоне. Мне придется тебе отключить звук. Так, к сожалению, мои порталы не работают, так как у меня вылетел интернет. Заходим к Омори. Привет, черная команда, что у нас там изменилось за 10 минут. О, неужели ты начал делать руки? Я уж думал, ты будешь целую вечность сидеть и делать вот эти закругления. Да, реально, вот, ты начал делать руку. Вот твоя рука первая. И снова красная и синяя рука. А зеленой нету. Обидно. Ладно, я иду тогда в следующую команду. MI4IK. Я потом сделаю руку зеленой. Да, потом, когда-то. Так, MI4IK, что у тебя изменилось? Короче, ты добавил больше деталей, то есть доделал вот это именно заднюю часть. Также добавил такие ручки. А, вместо ремня будут ручки. Прикольно. Или, а, они там должны быть, а никто их не делает. Также у тебя тут есть сами руки. И тоже нет зеленой, жалко. Ну, идем к паштету, который у нас присоединился только 10 минут назад. Привет. Привет. Что у тебя тут? Я загребу. У тебя точно получится успеть? У паштета пока что... То есть у картошки пока что только готова заготовка. То есть задняя часть. То не до конца. Ну, ладно. Мистер Пират, я иду к тебе. Включу тебе микрофон. Пират, принимай. Ух, твоя голова, к сожалению, рулетка не будет. Пират. Так, ну... Не знаю, у меня фигня какая-то. Ну, типа, я не шарю. А чё, неплохая рука? Ага. Пальцы какие-то. Вообще. Чё? Не, на пальцы посмотри. Как будто железные палочки. Ну, прикольные. Так, эта рука знаешь, где будет? Где? Ну, у тебя хотя бы 5 пальцев, а не 3. А чё, у кого-то 3? Потом узнаешь. Ладно, я пойду дальше. И вот иди. Что? Да, гарпаки как-то... Чё? О, у босса появился на гарпаке ремень, прикиньте. Так, давайте будем голосовать в комментариях. Так, давайте все соберемся и будем писать в комментариях Поппи Плейтайм под битвы строителей, чтобы в следующей битве строителей мы строили хаги-ваги. Давайте, это было бы круто. Так, у тебя тут есть ремни, это круто. И ты продолжаешь делать свой гарпак. Ну, то есть у тебя только задняя часть была готова, а сейчас ты начинаешь прям делать гарпак. Кстати, я возвращаюсь в свою коробку. К сожалению. Как же я не хотел туда возвращаться. Ну, придет грустная история о том, как ухо закрыли в коробку. Я снова буду работать на фабрике Поппи Плейтайм и строить их дурацкие двери. Наконец-то я могу вылазить из этой коробки, в которой я застрял на миллиард тысяч лет, и выхожу только, чтобы посмотреть брух. Ваши постройки. Что? Я ты иду... Брух? Что? Ты брух? Какой брух?
Ну ты, я сказал Ух Потапыч первый. Я Ух Потапыч первый. Так, что тут у нас с Гропаком из черной команды? О, тоже сделал рюкзачки. Два друга сделали одинаковые вот эти ремни. Только ремня нету. Зато есть руки. А, сначала же надо конфету съесть. Аж написано. Перед использованием съесть. Что-то я не понял, из меня какого-то мутанта сделали. Во, теперь их видно. А, это как настоящий человечек с пой-пой-танк, кстати, очень красиво. Ладно, я тогда иду в следующую команду. Ну, неплохо. Так, MI4IK. Какой раз уже говорю, что у тебя гениальный ник. Что у тебя там? Тоже ремни делаешь? Правда, у тебя ремни какие-то квадратные. Ну, ничего. Красная кнопка. Я так понял, на нее нельзя нажимать. Я, конечно же, нажму. Че? Вроде бы ничего не произошло. Не работает красная кнопка. Все, я ухожу в следующую команду. Это у тебя руки стреляют? Круто. Правда, ты летаешь в небе. Тебе надо доработать. Ну, довольно неплохо. Правда, красная кнопка не работает, это обидно. Сейчас у нас на очереди кот, который совсем недавно присоединился к нам. О, за 10 минут очень хороший прогресс. У тебя уже готово полугропака. Не считая механизмов, наверное. Типа вот у тебя готова основа, и впереди будут руки. Закребутки. Сейчас у нас очередь пирата, которому так не нравится эта тема. Пират, привет. Пират, знаешь, что я хочу тебе сказать? У тебя самый маленький прогресс за 60 минут. Да. У тебя осталось ровно столько же времени. Ты успеешь за ровно столько же времени построить заднюю часть и сделать еще механизм. Механизм, вот это проблема. А чё, у меня уже все готово, считай. Задняя часть там легко. А чё, в смысле? Проволоки какой. А, ну ладно, делай как знаешь. Кстати, крутое кино у тебя на заднем фоне. Крутое кино. Так, что тут у нас получается у босса? Знаешь, что мне босс больше всего нравится в твоем гропаке? Это его ремни. Можно сесть, и ты в ремнях. Правда, они немного большие. О, а что ты тут делаешь? Покажешь саму руку. Из золота. Золотой гробак. А его еще за $50 продают. Также тут есть пулялка такая, то есть ручка. Я даже не знал, что у гропаков есть такая ручка. Ну ладно, я, наверное, иду снова запираться в ту коробку. Снова делать что-то непонятное. Нет. Я опять иду в Poppy Playtime коробку. Хоп, шлеп, пум-пум, папам, 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 папам. Шмак. Шмак. Так у меня рук нету. Какой же прикольный я сделал механизм. Шмак, шмак, шмак. Теперь вылезать из моей коробки будет не так сложно, потому что можно будет из нее запросто выйти. Еще одна коробка? За что? Ладно, я захожу к вам в команды. Первая команда от Омари, черная. Что у тебя там получилось, черная команда? О, начинает делать механизмы. Крутой. И тоже. Гарпуны, шарниры и все это к рукам приделано. Замечательно. В принципе, неплохой это механизм. Я думаю, его все тут будут использовать. Так, MI4IK. У тебя тут уже гропак, можно сказать, готов, да? Можешь мне показать, пожалуйста? Красная кнопочка. Надеюсь, что она ничего не оставляет в живых. Тебе руки сломал. Я опаснее мамы длинные ноги. Я могу одним нажатием красной кнопки забрать у тебя все руки. А не только красную. Ладно, а можешь показать, как они работают? Давай мне мне в голову попади. Теперь оно некрасиво. Крутые у тебя руки загребуки. Вообще. Крутой. Мне кажется, на поршнях было бы легче и круче. Вау, какой крутой. Стреляет в меня. Давай, давай. Поди меня из своего гропака. Прилип. Ну, MI4IK занимается техническими доработками. Так. Что-то у нас в розовой команде у паштета, а то есть картошки, которую пока что еще не сварили. О, ты полностью закончил заднюю часть и начинаешь делать руки. Ну знаешь, сколько у тебя времени осталось сказать? 50 минут. Мне интересно, как будут выглядеть твои руки. Так, теперь я иду к пирату, который так и любит всех звать на игру в кальмара. Привет. Блин, у меня, короче, что-то неровно, но если я буду равнять, то я не успею, поэтому, ну, типа... Пофиг. Да, пофиг. Ну, типа что? Проволоки сделать и лямки, и это все, и механизм. Крутые, это знаешь, это не руки из Poppy Playtime, а знаешь, как это называется? Стручки 3.0. Да какие стручки, это руки, эти, Нет, руки, реально, смотри, тут пальцы какие тонкие, он что, мало каши ел? Нормальные пальцы, относительно руки. Ты посмотри на мои пальцы, смотри. Вот, видишь, какой у меня палец? У меня есть... У меня... Рука квадратная. Качок тоже. Ладно, я иду тогда в желтую команду к боссу. Босс, что у тебя там?
Я бы так понял, у тебя все разобрано на части. Ты до сих пор занимаешься декором Грабпака. Может, лучше закончишь с ним? Потому что, ну, ладно. Тебе еще руки просто заделать, механизмы, все такое. И я снова иду в свою коробку. Три, два, один, ноль. Пришло время смотреть, что у вас получилось. Пам. Начинаем с паштета. Ладно, начинаем с зеленой команды, где находится MI4IK и тот, кто был в черной команде, а точнее Амавит. Да, такой странный ник. Чей Грабпак будем смотреть первым? Люди, куда вы там улетаете? Так, первый у нас Грабпак загрузил. О, Мори! Ах, какой же странный ник. И потом мы посмотрим Грабпак MI4IK. Так, вот Грабпак Амари. Тут получается два Грабпака с красной и синей рукой и синей и зеленой рукой. Также весь Грабпак вот такой вот кругленький и довольно красивый. У него есть ремни и кнопки. Ну, давайте начинать. Так, сначала нужно съесть специальную конфету перед использованием съесть, чтобы стать мутантом в обратном направлении. Так, теперь мне нужно поставить внутрь себя тортик. Так, как-то... Хоп, шлеп, пумс-пумс. И вот я одел этот Грабпак. Да, крутые у меня лапы. Вообще. Крутится, вертится. Блин, прикольный Грабпак. Так, сверху у нас имеется две кнопки для его управления. С помощью первой можно стрелять зеленой рукой. Вон она там. Во. Там зеленая рука. И можно туда примагнититься. Во, крутой Грабпак. И вот так она потом крутится. Да. Ну, получается, сам Грабпак довольно красивый. То есть, вот. Ну, это первый Грабпак, который мы смотрим, довольно круглый, их тут два. Правда, зеленый и не может управлять электричеством, как это в самой игре, зеленая рука. И само, в принципе, Грабпак очень даже неплохой, он тут на гарпуне работает, в принципе, нормально. Здесь две руки, так, давайте, битва Грабпаков, пам, пам, ой, помогите, у меня руки убрали. Мамочка, длинные ноги, Билайк, эй, отпустите, помогите. Плохое MI4IK. Фух, чуть шаурму не превратили. Ну, теперь давайте просмотрим Грабпак MI4IK, который так любит нас всех уничтожать. Че, два Грабпака украл? Давай, грузи. О, привет. Прикольно. Может, загрузишь Грабпака, не будешь падать. MI4IK. Блин, какой же у тебя крутой ник, реально. Так, и как же отличаются эти два Грабпака? Они оба работают на гарпунах. Оба, ну, вот этот MI4IK сделал его более таким большим и длинным, и тут больше отличий нету, кажется, у этих Грабпаков даже. Реально, как будто одинаковые. Ну, где-то больше декора, где-то меньше. Так, сейчас я поставлю тортик. Точно, отфиксируй. Мне, кстати, сегодня 10 тортиков подарили. Круто. От первого лица. Прикольно. Да? Да, кстати, от первого лица видится вот такой Грабпак. Блин, я как будто реально по его итаме так бегу. Пум-пум-пум. Так, разворачиваюсь. Только вот стрелять не могу, от этого могу. Вот так нажимаем, так бегу. Ну, зачем ты меня поймал? Теперь я тебя поймаю. Стрелять лучше всего от третьего лица такими Грабпаками. А вот смотреть от первого. Чё на мой стульчик залез? Ай! Вот первого лица эти Грабпаки выглядят очень прикольно. Типа так все смотрится и очень это прикольно. Ой, да, нормально. Хорошие Грабпаки. Ну, можно сказать, что эти два одинаковых Грабпаки готовы прям как капли воды. Похоже, то есть. Получается, вот, только один побольше, другой поменьше. И где-то один декор, где-то другой. Вот так-то работают они одинаково. И это были Грабпаки Амари и MI4IK. Они собрались в одну команду? Не знаю, почему, потому что они самые первые закончили. Блин, как прикольно эти руки стреляют. И от первого лица это тоже смотрится красиво. Ну, вот такие были Грабпаки первые. Ну, то есть, Грабпак Амари и Грабпак MI4IK. Пишем в комментариях, чей лучше, хотя мне кажется, что между этими двумя выбирать просто бессмысленно. Ну, сейчас мы идем в следующую команду. Кто у нас будет следующим? Пират? Да, блин, нет. Прям ужас ужасный. Ты что тут стреляешься руками? Они что, это бесплатно у тебя, что ли? Пират вообще не знает, что такое Грабпак. Он даже не знает, что такое Poppy Playtime. Он знает, что там какой-то чудик, который всех убивает. И, короче, я ему подробно объяснил, что такое Грабпак. Я ему сказал, что это пулявка, которая стреляет руками. И он сделал кучу маленьких рук и стреляет ими. Одноразовые, короче. Короче, он сделал ружье Грабпаковое. Вообще не нет, то, что у меня надо. Есть два. Первый, вот он. Вот этот, смотри, я его сейчас одену. А, ты понял, что такое Грабпак, да? Ну, типа того. Потому. Какой-то вспомогательный предмет. Подожди, сейчас мне его одеть бы. Мы давай, ему... одевай. А, тут с коллизией. Так, все, я сажусь, одеваю, ставлю тортик. Не масло. Ну да, потому что ты его съешь. И просто оканчиваю все. Ну и чё? Теперь я могу назад вернуть. Теперь подожди, просто нажми по, когда я скажу, по голубым
голубым просто, короче. По голубым вот этим фигням нажимай. Нажимаю. Которые руку держат. Ну, типа вот так. Джик, и вот так выдвигается рука. А что, она летает, что ли? Да. Дыш, о, ну, кстати, твой гарпак очень даже неплохой, типа, у всех там на гарпунах как-то гарпунами стреляется, вертится, а у тебя выдвигаются, это прикольно. Уточи, как предметы, вроде бы. О, кстати, от первого лица смотрится очень красиво, тут видно ремни. А есть второй, чтобы в них стрелять? А можно я его одену? Только... Это первая вещь для твоего гарпака, гарпак-пулятель, вот это, гарпак-пулемет. Когда ты не понял, что такое гарпак, и сделал из него какой-то пулемет. Крутой гарпак 2.0. Это супер-мега-гарпак, который имеет 100 рук. А может нормально сделаешь? Во! Ну, да. И как стрелять? Мы сейчас посмотрим функцию пулемета гарпака-пирата, так как вон тот немножко сломался. Давай, показывай. Вот так, поставь какую-то мишень сейчас. Мишень буду я. Мишенью будешь ты? Да. Ты в этом уверен? Нет, не уверен. Да. О, и чё? Магниты отключу. Все? Нажимай. И огонь. Воу, рука как далеко полетела. Давай вторую. Чё-то ты мимо стрельнул вот по мне. Вот так, а? Вот сюда, ну давай, вставай, все. Привет. Огонь. Ай, аж больно было даже. Стрель... Все участники, кроме паштета, заходите в мою команду. Я сделаю пока... Вы там строили гарпаки, я сделал для вас карту, на которой вы будете их проверять в виде Poppy Playtime. Загрузите гарпаки и заходите внутрь. Да, начнется тест гарпаков. С помощью гарпака, во-первых, вам нужно будет открыть первую дверь. Ну, тут, видите, такие кубики для красоты стоят. Хаги-ваги голова на этой карте. Так, давайте, попробуйте с помощью своего гарпака открыть вот эту дверь. И что нужно рукой запустить вот в ту штуковину. Дайте 5, короче, как в обычном Poppy Playtime. Дайте 5. Гарпаком. Давай, MI4IK ты сможешь. Ну или хотя бы кто-то из вас. И, опа, ты что-то не туда попал. Давай, MI4IK. О, открылась дверь, и вы можете проходить дальше. Крутой детектор, да? Так, тут у нас 3 двери на выбор, а мне просто было нечего делать. Поэтому тут их 2. Так, давайте, попробуйте в еще одну дверь стрельнуть. Давай, ты попробуй именно вот в ту штуковину. Все, проходим. И тут вы можете проверить свои гарпаки и нахватать. Типа пострелять, половить что-нибудь. Ну, это смогут гарпаки только вот эти, на гарпунах. Перетаскивают они предметы. Да, ваши гарпаки проверены. Они могут открывать двери, специальные, конечно, только... И таскать предметы. Хотите еще красивый эпик момент? Смотрите. Пам-па-пам. Па-па-па-па-пам. Куда? 3 голых хаги-ваги украли. Воруют экспонаты музея 21-го года. А ну стоять, нарушитель. Ты будешь арестован и посаден в тюрьму. Мои головы арестовали. Воруют головы хаги-ваги 2021 года. Вообще офигевшее командование. Помогите, стены ломают. Вообще, что-то вы творите. Паштет, ну что, у тебя там готово? Ой, все понятно, почему у нас сервер крашивается постоянно. Вот вон, а какие круглые пальцы. Правда, ладони не круглые. Блин, какие круглые пальцы. Зачем так было делать вообще? Да, у меня залагало, пока это они перемещались. И теперь они вот так выглядят на этой. А почему две зеленые руки? Ты сейчас пытаешься их исправить. Бывает же синие и зеленые, а тут сразу две зеленые. Также тут везде, ну, такие скосы. Это очень красиво. Так опускается вниз. И вообще он очень красиво выглядит. Что, можно его одевать? Или когда? Вот такой у тебя гарпак. Очень детализированный, правда, очень могучий. Да, и тут да, только есть зеленая рука. Надел. Ну, не успел. Блин, он и так крашит сервер, потому что тут такие скосы, он супер-мега красивый. Ну, блин, лагает так как. Нет, крашит сервера только сама ладонь, а так он нормальный, лагучий. Ну да, тут довольно красиво это все выглядит. Ну, зачем, блин, столько блоков надо было налепить туда? Чтобы она была круглая. Это была постройка паштета, осталась только последняя, от Незаки. Так, давай, посмотрим последний гарпак, то есть твой. Надеюсь, он не крашит сервер. Как гарпак паштета. Там всего лишь 4000. Ну, это получше, чем у паштета, наверное. Ну, у меня FPS было 40, когда я... Так. У меня всегда... Вот это у тебя роболапы, конечно, маленькие. Прикольные. Это экзоскелет какой-то. Да. Также у твоего гарпака мне больше всего нравятся ремни. Вот такие они. Очень красивые, но очень красиво они смотрятся на персонажа. Вот так. Они его прям одевают. Также у него вот имеются такие же скосы. Кстати, паштет точно так же. Вот. Поставь торт. То есть уменьшается. А, да, сейчас поставлю тут. Все, я поставил. Так, сзади у нас тут. Тут, ну, получается, ну, как это называется, это, получается, веревки гарпака, я не знаю, как сам гарпак, его каждая часть называется. Убирай. Сейчас уберу. Ну, и у него есть механизм, это круто. Но сам он выглядит довольно красиво, такие ручки какие-то маленькие, ну, ладно. Так, нажимаем на первую кнопку, и можно стрелять. Давай я в тебя стреляю. Или куда мне стрелять? Хоп, я попал в человека, и все, я его захватил. Главное, твой гарпак гарпунами очень хорошо работает. Типа, он, этот, на таком расстоянии все расположено, что, типа, некоторые гарпаки, которые я смотрел,
первые два, у них там руки иногда застревали друг в друге. Не знаю, как это объяснить. Так, хоп, ручку у достал. Ой, что-то автонаводка как-то подвела. Так, давай-ка я попробую, знаешь, что сделать? Как бывает в Poppy Playtime 2. Сейчас покажу. Тут получается платформа, на которой я буду стартовать. Вот, и мне надо перепрыгнуть через это расстояние. Щитцу. Так, ну что ж, я готов. Получается, я нажимаю «Грапак». Выбираю, так, хоп, все, у меня зеленая рука там, я так перепрыгиваю и... Надо нажать на кнопочку, ой, нет, фух, я допрыгнул, помогите. Фух, все, я, короче, допрыгнул, у меня получилось, правда, я немножко подзастрял, так что себе помог. Так, давай-ка я еще раз попробую, надо было расстояние поменьше делать, вот так. Так, вот я, получается, попал синей рукой, примагничиваюсь, так, хоп-хоп-хоп-хоп, так, хоп-хоп-хоп, и все, я перепрыгнул. Да, грапак работает хорошо. Но это можно было сделать со всеми предыдущими грапаки. Грапаками, предыдущими двумя, то есть, которые были в зеленой команде от Амари и MI4IK. Тоже с ними так можно было сделать, но я только на этом показал. Да, вот ты даже можешь показать. Но это были все грапаки, и думаю, на этом будет даже наша битва строителей заканчиваться. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал, и написать в комментариях, какой грапак, по вашему мнению, был самый...